Так, попробую еще раз вот это. Я не понимаю, почему израильскую сумму не заплатят. Потерял свой дом, но потом выиграл 250 тысяч. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Отборочный тур. О, куда я знаю? Well, let's see the result. Я так не совсем понял. Но сейчас мне самое страшное. Это было понятно. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have 3 lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Lots of luck to you. Завершите название фильма Стивена Спилберга «Юрского периода». Город, усадьба, дорога. Конечно, парк. That's the right answer. Congratulations. You've got 100. Вы получили одну сотню. You've had no problem so far. Чем обычно оборачивают сыр сорта это? Травы, виноградные косточки, воск, листья. It's your choice. Сыр сорта это. Да блин. Давайте помощь зал. Are you sure you want to use the Ask the Audience lifeline? Вы хотите, да, хочу. Okay, audience, let's see if you know this one. Choose your answer now. Итак, голосование. Most of the audience think A is the right answer. Так все сыры получается. That's the right answer. You might as well play it. Here it is. Какая из этих рыб является разновидностью? Европейских, плоских, морских рыб. Окунь. It's up to you. Портимао, лещ из Бильбао, морской язык из Дувра, окунь из Марселя. Плоских морских рыб. Are you sure you want to use the phone a friend lifeline? Да, я sure. Let's see if they can help. Так, друг, сейчас. Бла-бла-бла. Mm-hmm. Думает.
time. Oh. Your friend has gone for B. Морской язык из Дувра. Класс. Well done. That's the right answer. Верно. Подсказки. You might as well play this. Сказки исчерпаны почти. Какой элемент является основной составляющей угля? Сера, водород, алюминий, углерод. That's the right answer. This is the last point that you could win nothing at all. Что изучает и изготавливает картография? Картинки, деньги, часы, карты. Ну, все бы вопросы такие. That's the correct answer. Можно было бы и до миллиона дойти. Верно. Изгораемая сумма. Сейчас будет. Или уже есть. Или будет. You can't lose money on this question. А, сейчас только. Так, какой из этих ученых дал имя телескоп? Кюри, Дарвин, Пастер, Галилео. Конечно, Галилео. Да что ты вот это сопишь? Oh, that's the correct answer. Well done. But we don't want to give you that. Что там? Деньги с чеком я пока оставлю себе. Take as long as you need. You don't have to play. Вы можете отказаться. Пока не откажусь. Какое число в римской письменности обозначается буквой X? I can't influence your judgment. С чертой. X с чертой. Дурацкий вопрос. Смотря где черту поставить. Справа поставишь 11, слева 9. You can use 50-50. А тут правильного ответа нет. Are you sure you want to use the 50-50 lifetime? Ладно, 50 на 50. Computer, take away two wrong answers and leave the right answer and one other wrong answer. Один правильный, один неправильный. 10 000. Что ты думаешь? That's the right answer. Ты один черту ставил. 4 000. Take your time on this one. Have a look at it. Какая из этих стран ЮАР имеет побережье Тихого океана? Колумбия, Перу, Южноафриканские. I can't influence your judgment. That's the right answer. Congratulations. Well played. Просто, честно говоря, не понял. Просто угадал. Что значит странный ЮАР? Take your time. Не спешите. Have a good look.
какой город является единственным портом Израиля в Красное море? Думаю, что Хайфа. That's the wrong answer. Неправильно. The right answer was A. Таиланд. Ты еще у меня есть. Так. И что я, ну, допустим, я продолжу. И что делать? Из них выберу 5 2000. Почему 1000 не досчитал? Так. Это ж не сгораемая сумма. Это что, получается, я ее получил и все. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Так, ну давай, let's play. Что, отборочный тур опять? Ну да. Знаем лучше. Позвонки. Пальцы. Конечности люб. Well, let's see the result. Угадал. В смысле, не угадал, а попал. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have 3 lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Давайте. Lots of luck to you. Какое из этих блюд родом из Индии? Карри, борщ, бефстроганов, штрудель. Карри. Uh-huh. That's the right answer. You've got 100. You might as well play it. Here it is. Сколько по времени длится уимблдонский теннисный турнир? Месяц, неделя, 3 недели. Или 2. Или месяц. Месяц вроде много. Опять воспользоваться подсказкой. Давайте воспользуемся помощью зала. Are you sure you want to use the art? Yeah. Audience? What do you think is the correct answer? Yeah. Press your buttons now. Так, будем, может быть, запомним, будем знать. The audience have gone for C. C. 2 недели. That's the right answer. Congratulations. You've had no problems so far. Получается, когда я сотый раз буду играть, я уже, может быть, вопросы будут повторяться, может быть, тогда можно продвинуться дальше. Кто не был президентом США в 20 веке? It's up to you. Линдон Джонсон.
I'm sorry, that's the wrong answer. Как? The right answer was B. Unfortunately, you've won nothing. Значит так, я пока выйду, а в следующий раз я попробую взять вот это не миллионер, а особое задание. Посмотрю, может там что-то получится. Я точно хочу пока выйти.